Мы в лесу. А это на что? Собаки, шишки. Свобода! Попугаем. Какое все разноцветное и смешное. Ну, уютное. Здесь одна спальня. Туалет. Вот этот вид красивый. Самое главное. И там еще одна спальня. Вот такие вот дела. Ура! Ну что, ребята, всем привет! Мы, как видите, уехали из Лос-Анджелеса на пару дней. У нас с Лешей завтра праздник 6 лет вместе, 27 апреля. И мы решили так вот отметить и уехать за город. Мы приехали в город Idyllwild. Idyllwild, как правильно? Idyllwild. Ну что-то такое, в общем. Мы ехали 3 часа из нашего дома, сейчас уже 3:30. Вот, заехали в магазин, набрали себе еды на пару дней. Вот, так что мы будем здесь отдыхать. Здесь лес, можно спокойно себе гулять. Людей нету, в принципе, вокруг. Поэтому будем здесь тусить вдвоем. Разложила наши продукты. Бананчики, помидорчики, огурцы, хлеб, макароны на всякий случай. Вот это вот на всякий случай воды взяли. И вот тут у нас ягодки. Этот творог и яйца. Это я буду делать сырники. Руккола, Лешина мясо, моя индейка, сыр. Дыничка на выбор. Смотрите, какой красивый. Мы тут катались, искали, где же нам встать, чтобы погулять вдоль речки, потому что увидели такие знаки, что нельзя парковаться, если у вас нет пермита. Ну, пермит... Разрешение. Ну да, разрешение. А его, естественно, сейчас негде взять из-за того, что карантин. Вот. Ну, мы так катались, думали, где бы можно встать безопасней. И тут стояли 3 человека, и мы к ним подъехали, спросить, где можно встать. Они говорят, то вставайте возле нашего дома. Вот, они так на нас тоже обратили внимание, мы немножко испугались, потому что, знаете, они какие-то такие местные, татуированные все, знаете, ну, деревенские, вот, странные, мы немножко так поднапряглись. Но потом мы здесь прошлись возле речки, не стали далеко уходить от машины, и мужчина к нам подходит и говорит, типа, откуда у вас акцент, начал нас расспрашивать, и такой говорит, ой, я был много раз тоже в Киеве, там, в России был, в Новосибирске. Он говорит, я, это... участник группы 30 Seconds to Mars, знаете, такой, типа 30 секунд до Марса. Ну, естественно, нас в России все любят. Ну, не участник, ну, уточняй. Да. Ну, он сказал участниками, да. Но ну, я сейчас скажу, что это он управляет их звуком, звукорежиссер на концертах. Вот, так что прикольно, что мужик из группы, по сути, 30 секунд до Марса. Ну, так здорово. Вот в какую-то деревню приедешь, вообще не пойми куда, где 25 домов, и встретишь таких вот людей прикольных. В Angry Birds, по-моему, была. Ну вот. Что это значит? Это белки из ледникового периода. Да? Это ты белка, по-моему, из ледникового периода. Можно посадить. Вот посади. Холоде это дуб. Ну, естественно. А дуб это прикольно. Да. А в чем разница коричневого и белого? Коричневого и белого? Да. А почему нет... О, со шляпкой нашла. О, хорошо. Многие без шляпок, многие уже готовы. Мне кажется, многие из них с этими, с паразитами. Ну, потому что там есть такая... Вот дырочка, видишь? Что ты снимаешь? Тебя. Зачем? Ну, короче, я нашла один со шляпкой. Саманта? Смотрите, сколько дырок в дереве. Вот это вид. Смотрите, как светится гора от заката. Прям огнем горит. Камера так не передает ярко, как есть на самом деле. Мы уже выбрались оттуда. И сейчас поедем домой, а то будет скоро совсем темно. Всем доброе утро. Мы уже проснулись, такие немного подопухшие, потому что воздух здесь сухой. И спалось немного сложно, но сразу закладывает, и как-то было чуть-чуть некомфортно. Но все-таки на новом месте так всегда получается. В общем, мы встали довольно-таки поздно, 11:30. Все потому что, ну, во-первых, мы вчера смотрели фильм долго, а потом полночи не могли спать. Вот, и поэтому под утром мы уже только нормально уснули и решили выспаться. Ладно, спешить, правильно? Сегодня у нас с Лешей праздник, отмечаем наши 6 лет. Сейчас я буду готовить праздничные сырники, и еще мы будем обмениваться подарками. Обмен подарками, наверное, не буду снимать, ставлю это нашим личным делом. Вот, но как я готовлю сырники, я вам покажу. На улице обалденная погода, да и вообще здесь с утра такой красивый вид, и когда мы проснулись вот в этом треугольнике под крышей, там видно было все елки, было вообще обалденно красиво, и сейчас тоже тут красивенько так. Давайте с вами выйдем, посмотрим, каково там на улице. О, прям идеально. Такая легкая свежесть, не холодно, не жарко, вот прям. Птички поют, куча белок бегает, очень много белок. Такой свежий воздух. А, мы обязательно будем кушать точно на улице. Вчера мы вот тут кушали пиццу на обед, а сегодня будем тут завтракать. Так, возьмем творог. Ложка-вилка понадобится. Мы в русском магазине обнаружили вот такой вот творог, или творог, если честно, плохо помню, как правильно, украинский. Вот, идеальный для сырников в самый раз. И будем использовать всю баночку. Здесь у нас 1 паунд. Разбиваем. И перемешиваем. Также нам понадобится 3 столовые ложки муки. Но вообще это все в зависимости от консистенции, насколько оно у вас жидкое получается. Хотя я думаю, все умеют готовить сырники. Кого я тут учу? Просто так рассказываю, как я готовлю. Минус жилья за городом. То, что тут какие-то муравьи ползают, всякие насекомые. Вчера ночью я обнаружила паука, похожего на черную вдову. У него была такая полоса на спине белая. Ну, в итоге это вроде не черная вдова, но было похоже. Просто мы когда вчера сидели кушали на улице, один из соседей, который здесь недалеко находится, по телефону разговаривал очень громко. И он сказал, ну, кому-то звонит и говорит по телефону, может, своей жене, ну, не знаю. Говорит, меня что-то сегодня укусило, похоже было на черную вдову. мы так поднапряглись немножко, хотя на самом деле у нас во дворе этих черных вдов тоже дофига было. И мы все время боимся, что они наших котов покусают. Вот. А тут мужика какого-то упыхили. Надеюсь, тут еще нет клещей. Об этом мы совсем не подумали. Городские жители мы такие, конечно, изнеженные. Хотя, на самом деле, я никакой не городской житель. Всю жизнь прожила в деревне. Ага. А мы тут сырники тяпаем. Открыл этот, как его. Ты все-таки сделала это. Я еще думала, блин, может купить все-таки какой-то открытие. Да, ну, честно. Ты же не рисуешь открытие. Ну, можешь купить что-то. А ты как-то нарисовала. Мы тут уже обменялись подарочками. Теперь можно продолжать готовку. Теперь нам нужно высыпать муку вот так в тарелочку, и в ней мы будем валять шарики. Будешь помогать? Окей, поняла. Тогда не надо помогать. Кстати, сырники у нас полностью без сахара, потому что у нас его с собой нет. Но, в принципе, они и так всегда достаточно сладкие получаются, при том, что мы их едим со сладкими соусами, с ягодами, фруктами. Берем кусочек теста, делаем шарик, теперь обмакиваем его в муке, чуть-чуть прижимая, чтобы он не был сильно толстый, иначе будет сложно припекаться. Жарить я буду на вот таком вот кокосовом масле антипригарном. В спрее очень удобная вещь оказалась. Сейчас сковородка разогреется, буду выкладывать сырнички. Вот столько у меня их получилось. Один маленький, но, видимо, где-то один есть очень большой. Такой красивый завтрак у нас получился. В лесу. Послушайте, как птички поют. Сейчас будем завтракать в этой красоте. Смотрите, какой ручеек. Слушай, а это мне... Что такое? Что это такое? Хочешь сказать, не петрушка ли это? Ну, петрушка, но похожа на петрушку немножко. Нет, это не петрушка. Понятно, кстати. Леша не может пройти мимо любого ручейка и все время добывать там золото. Ковыряется, я ковыряется. Разные породы камушков, мне нравится. Да. Пойдем дальше. Вот так вот белки должны питаться шишками, а не фруктами у нас в огороде. Мы уже вернулись домой, потому что на улице немножко светло, мы решили пораньше вернуться, потому что будем сегодня готовить праздничный ужин. Там ничего особенного не будет, но он будет считаться праздничным, естественно. А еще интересная история, то что мы продлили на один день наш домик. А как это получилось? В общем, мы хотели так и так продлить его, скорее всего, но получилось это потому что Здесь что-то там не работало с электричеством, если честно, не знаю точно. Но я уточню у Лёши сейчас. В общем, здесь все время выбивала розетку, когда использовали барбекюшницу, она электрическая. Вот, и Лёша сказал хозяину, Лёша же занимается электричеством, все там шарит в этом деле. Он сказал, а типа, если я вам починю вашу барбекюшницу, можно ли нам остаться еще на одну ночь? Мужик сказал, да. Поэтому Лёша чинит сейчас барбекюшницу, на которой он будет жарить себе мясо. И мы остаемся еще на одну ночь. То есть, получается, мы переночим сегодня и должны были уезжать завтра, но останемся еще на один день. А это, кстати, лежит открыточка, которую я нарисовала для Лёши. Не буду читать, что там написано. Ну вот. И теперь на свежепочиненном гриле можно приготовить ужин. У нас готовится мяско. Все отлично работает. Вот что именно починил. Поломанный кабель там был, розеточку поменял. Все, теперь отлично работает. Очень классный винтажный гриль. Мне владелец сказал, что его сделали в 50-х годах прошлого века. И вот на таком винтажном гриле у нас готовится ужин. А там кто внутри старается, готовит. Готовит. Так. Куховарит. Класс. Классный будет ужин. Круто. Лаченько. Ну что ж, наш ужин готов. Вот такая картошечка с грибами, Лёшино мясо, салатик и вот такая вот красивая нарезочка. К сожалению, уже качество плохое, плохо все видно. Но все равно все красиво. Так вот у нас будет романтический ужин. Всем приветики, у нас следующий день, и мы, вот, кажется, как будто бы голые, Лёша, кстати, реально голый, почти, я сделала себе топик. Мы, в общем, пошли опять на хайкинг, гулять по лесам, изучать все, просто загорать и наслаждаться природой. Поэтому мы сейчас находимся в очередном лесу, гуляем здесь и нашли вот такие вот красные растения, похожие на шишечки. Вот так вот рандомно из земли растут, из сухой. Такие яркие, издалека мы их увидели. Такие шли-шли, а там красненько что-то торчит. У нас здесь хайкинги каждый день по каким-нибудь интересным местам. Здесь, видите, ручеек небольшой, который нужно перейти. Опасное испытание. Сейчас нашли маленькую лягушку. А? Справилась? Да. Еще нашли маленькую лягушку. Ее сложно было снять. Мы сейчас проезжаем мимо такого красивого озера. Очень хотели здесь погулять, но все перекрыто. Нигде нельзя ни остановиться, ни выйти, даже погулять. Вот, к сожалению. Но озеро просто обалденно красивое. Смотрите, оно там огромное. Там столько мест для пикника. Можно жарить. Фаерпиты вот эти. Эй, все в сетке, в колючей проволоке. Нигде нельзя пройти туда к нему. Так жалко. Не смогли мы подъехать все-таки к тому озеру, но подъехали вот к такой красивой полянке. Здесь тоже можно делать хайкинг, гулять по горам, но мы уже далеко не пойдем, жарко сильно. Вот тут немножко погуляем. Смотрите, как красиво. Смотрите, что мы нашли. Огромное дерево сирени. цветет уже и очень вкусно пахнет. Серьезно? Теперь оправдывайся, почему ты это сказал. Сначала дебильно появились в интернете. Ага. Я не смотрела и не буду смотреть. На человеческий дебилизм. Глупость. Да. Я считаю, что в таких местах лучше в интернет не заходить. Ага. И теперь засорил голову своей гадостью. Еще знаете, здесь нет никаких зарядок для Теслы. Естественно, машина у нас уже села за эти 2 дня, даже уже 3. 12 миль осталось. Вот, и нам же еще завтра домой ехать далеко очень. И местные нам сказали, что здесь есть зарядные, где сами люди у себя их устанавливают. Дома ты $20 платишь за ночь. И она за ночь у нас зарядится полностью. Можно за час $5, но час это будет очень-очень мало, потому что это не скоростное зарядное. Все, осталось 6 часов 40 минут. Пока, машинка, заберем тебя завтра утром. Мы пойдем гулять опять. Мы целыми днями гуляем, на хайкинге ходим. Такие мы прям активные. Скала. И там маленькое облачко. И большое. И ноги загорели. Кстати, мы даже не сгорели, пока сегодня гуляли. Удивительно. Да не-не-не. Она бы уже проявилась, если бы мы сгорели. Там кто-то в гараже играет на электрогитаре. А вон там дерево красиво. И цветы. Ты отдыхаешь, маленький? Такие глаза у тебя смешные. И уши тоже смешные. Шли-шли и опять к реке пришли. Пошли вот оттуда сверху. По различным деревьям, по каким-то склонам. Гуляем опять. Всем приветики! Мы уже выселились из нашего дома и спустя 2 часа оказались на пляже, который открытый. Парковаться было сложно вдоль улицы. Чайки. Но мы припарковались. И сейчас здесь немножко погуляем, ноги помочим. На самом деле, там, где мы были в горах, сегодня было 33 градуса, и было так противно жарко, и мы думали, вот, по океану погуляем, охладимся, освежимся. И в итоге мы сюда приезжаем, здесь 20 градусов, пасмурно, облачно. Вот, но ничего, все равно немножко походим, ноги помочим и поедем домой уже. Ну что, ребята, мы уже давно дома. Я буду с вами прощаться. Хотела сказать, что в этом видео много таких вставочек просто природы, но все это сделано, потому что я снимала это для души, мало чего комментировала, а вставила именно то, что мне очень нравится, и то, что меня радовало именно в те моменты. В основном это была природа, пение птиц, я не использовала практически музыку в этом видео, оставила все так, как оно есть. В общем, в любом случае, спасибо, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, у вас хорошее настроение. Надеюсь, скоро мы все уже сможем спокойно гулять, и все у нас будет хорошо. Берегите свое здоровье, и всем пока-пока.